Новый старый директор Людмила Правдина восстановлена в должности руководителя Саратовского физико-технического лицея. Соответствующее распоряжение администрации города Саратова уже подписано. Сегодня, месяц спустя, Людмила Правдина снова вошла в свой кабинет и приняла поздравления от коллег, выпускников и родителей учеников лицея. Спасибо вам большое за поддержку. Спасибо. Спасибо. Напомню, Людмила Правдина была уволена с поста директора 17 июля без объяснения причин. Позже в мэрии пояснили, что все дело в якобы самоуправстве Правдиной при распоряжении имуществом школы. В защиту директора выступили сотни учеников и выпускников лицея по всей стране. А недавно Правдину поддержал и губернатор Валерий Радаев. Сегодня Людмила Вениаминовна дала первую после возвращения пресс-конференцию. Она сообщила о том, что в ближайших планах подготовка учреждения к новому учебному году, окончание плановых ремонтов спортивного зала и корпусов. А в дальних – развитие недавно созданного на базе лицея Центра молодежного инновационного творчества. В разговоре с Валерием Васильевичем Радаевым, когда состоялась наша встреча, меня беспокоила судьба центра. И мы сошлись на том, и Валерий Васильевич высказал свою точку зрения, что созданный для школы этот центр должен существовать на базе школы для детей, во благо детям. Вот. И сегодня в разговоре с Александром Григорьевичем Буриным я услышала ту же позицию, что центр не надо трогать,